Добрый день еще раз, вернее, добрый вечер уже всем, девочки. Второе видео решила отснять потом по поводу браслетов янтарных. Как говорится, остатки сладкие. Да, у нас получилось, сняла я еще несколько браслетов с витрины в магазине, который офлайн, ну, в смысле, который на московский. У нас еще прибавилось немножко браслетиков. И те, которые расформированы из посылочек. Еще у нас браслетики по неоплате. Я посылки разобрала. И, в общем, у нас еще вот это тоже самое-самое последнее по браслетам с янтарем на струне. Сейчас давайте, если кто не смотрел. Вот такие браслетики у нас необработанные, дикие, не отшлифованные. И как только его не называют янтарь, который считается самым полезным. Браслеты все безразмерные. Я в предыдущем видео говорила, девочки, что они безразмерные. Первый же комментарий был, а какого они размера? Я говорю, девочки, эти браслеты можно использовать как чокеры, одеть их на шею, да? Видите, проволочку, если разогнуть и обмотать это вокруг шеи, все выпрямить, подойдет, как говорится, и на шейку. Они безразмерные, на струне, поэтому они в основном самые популярные. Можно их как угодно подогнуть. Вот такие браслетики 220 рублей. Они чуть крупнее, чем те, которые были по 180. Осталось их вот 3 штучки. Это я уже сегодня с витрины в магазине сняла. Прям все, последнее. Все добрала, все для вас. Так, и еще вот такие есть. Они еще чуточку крупней, так сказать, и погуще, наверное, одеты. Они по 240. Вот. Они, как бы, видите, здесь побольше камни сами. Тоже 3 штуки их. Побольше камни. Немножко с них, конечно, вот мне даже прям пыль на руках. Вот это серое то, что отходит необработанное. Если будете получать посылку, не пугайтесь. С них могут еще пыль, какие-то крошки немножко сыпятся. Видите, они вот даже вот немножко он отсыпается, потому что он не обработанный, не отшлифованный. В общем, вот таких по 240 тоже 3 штучки. Уже обработанные светленькие вот такие. Так, тоже они 240. На струне вот их 3 штучки светленьких осталось. Даже, ну, цвет такой он лимонный, чуть больше, ну, в оранжевый. Не коньячный, но и не лимонный, такой медовый. Вот прям медового цвета. Мед, опять же, разный, да, это тоже медовый, смотря какого, из чего мед. Ну, вот он такой. Как видите, цветопередача, в принципе, нормальная у нас камера. Молочных вот таких осталось 2. По 480 они. Вот такие они здесь. Чуть прозрачнее, чуть темнее, чуть молочнее. Вот такие браслетики. Вот этот очень интересный. Опять у меня два не хотят расставаться. Наверное, пары так уедут. Вот такой коньячный. Здесь через 2, через бисеринку идет. По 380, а не 3 штучки осталось. Интересные браслетики. Очень яркие они на руке. Ну, на моей коже как бы светло, все ярко. Но очень такие сочные. Так, молочный, самый крупный, который. Самые крупные бисеринки. Видите, они вот здесь и большие, и очень крупные. И в ширину, и в длину. Вот они, большие. Все в основном молочные, без лимонного. Их 2 по 720. Цветной, кто спрашивал, остался один. Цветные разобрали все сразу. Этот из неоплаченной посылки я достала. 480. Еще один молочный. Прям густой медовый. Здесь и с зеленым немножко, и с белым. И всякие-всякие. Вот он разный, видите.
тоже через бисеринку. 650, он один. Вот такой яркий оранжевый, тоже цвета меда. 470. Вот в три накруточки он, ну это на среднюю руку, один остался. И вот такие пестренькие, которые можно под любой колье, под любой ваш цвет янтаря, который у вас имеется, по 580. Вот таких вот у нас два браслетика. Все, девочки, теперь точно по янтарю, по браслетам на струне все. Еще вот браслеты на резинке. Если удобно, могу снимать также каждый день, ну как бы вторым видео по чуть-чуть, потому что у нас как бы категория клиентов разделились на любителей янтаря и на любителей серебра. Могу снимать вам также каждый день по видео. И бусы буду снимать, и браслетики. Если нравится, ну как бы устраивает такая идея, напишите в комментариях. Я буду снимать каждый день второе видео под вечер, чуть позже, ну про янтарь. Потому что его реально очень много. Там еще килограмма 3. Я его до сих пор меряю в килограммах. Очень много браслетов. Очень много бус и очень много детских бус. Напишите. Все, всех люблю. Пока-пока.